Картина абсолютно типичная для окраины Твери. Горы мусора в Затверичье на улице Стрелковой встречаются через каждые 200 метров. Завалы появились в начале летнего сезона и к его середине грозят превратиться в длинный мусорный курган. По подсчетам специалистов экологического центра ТВГУ, Тверь уже замкнута в мусорное кольцо площадью почти в 470 футбольных полей. В районе Твери, в окрестностях Твери, в среднем одна большая свалка на 3 квадратных километра. То есть у каждого населенного пункта где-то там эта самая свалка. Наши люди предпочитают выбросить где поближе, не утруждая себя утилизацией. Вдоль всей дороги следы жизнедеятельности человека, причем настолько неприкрытые, что можно легко вычислить, откуда и кем мусор был сюда завезен. Однако эту информацию на вооружение не хотят брать ни чиновники, ни контролирующие органы. На очевидные факты будто нарочно закрывают глаза. Мусор может рассказать своем хозяине гораздо больше, чем кажется. Это только на первый взгляд безмолвная гора отходов, настоящий кладезь информации. Приглядевшись, здесь можно найти билеты по правилам дорожного движения и электрические схемы, которые вряд ли принадлежат местным дачникам. А вот специализированных организаций в округе, наверное, не так много. В этой горе мусора еще более точный адрес хозяина. Возле детали газели лежит ее маршрутный лист «Мамулина горбатка». Местные жители не раз обращались в администрацию города, однако экологический десант в Затверичье так и не высадился. Нести круглосуточную вахту по охране леса люди не могут. Отследить это невозможно, как говорится, не поставишь под каждым кустом человека. Пока не будет организовано, как говорится, контроль какой-то со стороны администрации города, вот со стороны кооперативов, администрации кооператива, то... толку не будет. Экологи видят проблему еще глобальнее. В нашем городе уровень экологической грамотности низкий не только у обычных граждан и чиновников. В отличие от других городов ЦФО, в Твери даже предприятия не стараются отличиться. У нас в Твери есть предприятие по переработке этого пластика, но не организован сбор его. В Твери это, как говорится, должность экологически ответственного предприятия, ответственного за переработку батареек, еще вот свободно. Судя по этим мусорным пейзажам, организация сбора, вывоза и переработки бытовых отходов в Твери тоже открытая вакансия. Марина Евстратий, Максим Андреев, РЕН-ТВ, Пилот.